Друзья, всем привет! 2021 год. Продолжаем снимать видео про нашу павловню. Сегодня будем заниматься техническим срезом. Вот девайс для технического среза. И будем все эти красавцы срезать, чтобы укреплялась корневая система. Так, 9 мая, после технического среза вот так вот выглядит наша павловня, видите, пошли отросточки. Вот отросточек. А вот прям на глине. И вот красота какая. Снимаем дальше. Так, друзья, 28 мая, смотрим на нашу павловню и удивляемся. Посмотрите. Были росточки, а теперь то, что нам нужно, ровненькое, красивое дерево с отросточка. Почти мне по колено. Ну, чуть, сейчас покажу. Чуть ниже колена. Ну, так все равно, две недельки, казалось бы. Почему сидит в земле, они посидели, вот вам результат. Ну, теперь... Только классный рост, а вот вообще, смотрите. Я думаю, дело будет. Прелесть. Ладно, снимаем дальше. 10 июля, друзья. Вот наш прогресс по павловне. Чуть-чуть подзаросли. Ну ничего, мы только приехали. Завтра приведем в порядок. Ну вот, такие вот кустики уже... Смотрим примерно выше колена. Какие больше, какие меньше. Вот такие у нас. Прогресс такой вот на второй год выращивания. Это после среза, после технического среза. И толстенькие какие растут, смотрите. Еще раз напоминаю, 10 июня. Так, 2 июля. Вот наш павловневый сад. Рост шикарный у некоторых растений. Ну вот это примерно. Сейчас подойду, покажу. Ну вот я стою, ну где-то уже 1,60-1,65 м. Растем дальше, правда, есть и потери. Вот здесь нету, в том ряду нету. Там малышка. И тут две пропало. Ну у нас есть, мы досадим. Ну, на войне не без потерь. Листаем следующее число. Друзья, 23 июля. Вот наши павловни. Вон павловня рекордсмен. Ну, сейчас подойду, покажу. Какой я и какая она. Ну вот, я 1,73 м. А вон павловня. Я думаю, уже за 2 метра точно. Может, и 2,50 м. Ствол уже крепенький. Деревенение пошло. Ну что ж, растем и развиваемся. Встретимся через 2-3 недели. августа, друзья. Вот наш павловневый лес. Есть вот такие вот красотки. Ну вот, чтобы вы понимали, дом уже выше крыши. Ну, выше нижнего среза. Но есть и небольшие. Так что все растет. Все возможно в нашем климате. Вот такой у нас уже ствол. Ну, отличные деревья. Так, идем дальше. Друзья, павловня на 10 сентября. В принципе, уже рост прекратился. Вот такого уровня мы достигли за второй сезон. То есть дальше уже обрезать не будем. Теперь следующее видео будет уже, когда листики опадут. И посмотрим, в каком состоянии пойдет зимовку. Ну и немножко утеплим. Ну вот, классные есть результаты похуже. Ну то есть за сезон
3 метра, все реально. Так, друзья, 25 сентября, только что прошел дождик, солнышко, и отчет о нашей Павлонии. То есть, видите, все начинает уже листья вянуть, скоро будут сбрасывать. Ну, как всегда, есть высокие, есть невысокие, но вот эти наши чемпионские. Вот, чтобы понимали, выше крыши. На следующий раз будем уже утеплять. 15 сентября, друзья. Крайнее видео нашего эксперимента по выращиванию павловнии. Ну, вот, листья сбросили. Сейчас мы немножко утеплим соломкой. Вот приблизительно выше 3 метров. Да даже, думаю, 4. Будет выше, да, будет выше, если Марина, он 1,60 м с кепкой. Здесь будет выше 4. Есть, конечно, небольшие. Ну, пока довольны. То есть, теперь в 2022 году не будем мы уже никаких технических срезов делать. Посмотрим, как эти столбра перезимуют. И как оно будет расти вширь. Так, чтобы не пропустить наши видео, подписывайтесь на канал. Поставьте лайки, пожалуйста. Или дизлайки, если вам не понравилось. Ждем вас в следующем году на нашем 3-м видео.